радиослушатели, приветствуем вас на волнах радио «Голос Вьетнама». Вы сегодня с нами в передаче «Вас ждет страница культура и спорт». И рубрика «Портреты замечательных вьетнамцев», в которой мы расскажем вам о дирижере Дан Чоу Энь во вкладе в развитие хорового искусства во Вьетнаме. Расскажем, как бы шарфационный выпуск. 50-й конференции министерных странных дел АСЕАН и сопутствующей конференции, которые проходят в Маниле, столице Филиппин. Утром 6 августа состоялась конференция министров иностранных дел стран АСЕАН и стран-партнеров Канады, Республики Корея, Новой Зеландии в формате АСЕАН+1. Данная конференция направлена на рассмотрение прогресса, сделанного в развитии двусторонних отношений АСЕАН с каждой из вышеуказанных стран-партнеров, а также в реализации ведения сообщества АСЕАН предыдущие 25-го года. Страны-партнеры подтвердили продолжение центральной роли АСЕАН в регулярной структуре, также обязались активизировать эффективное сотрудничество АСЕАН. Что касается отношений между Канадой и АСЕАН, то обе стороны разделяют общие интересы, что открывает новые возможности сотрудничества. Мы ожидаем, что нашим усилиям сотрудничества АСЕАН через торговлю, противодействие изменению климата, борьбы с терроризмом. На конференции министров иностранных дел стран АСЕАН и Австралии, Республики Кореи и Новой Зеландии страны-партнеры подтвердили роль АСЕАН в регионе и выразили пожелание активизировать взаимодействие с АСЕАН. Министр иностранных дел Республики Корея АСЕАН и Австралии подчеркнула, что правительство Республики Корея, как раньше, так и теперь считает АСЕАН лучшим партнером в своей стратегии расширения внешнего сотрудничества. В то же время министр иностранных дел Новой Зеландии Джон Браули подтвердил, что его страна считает АСЕАН важным субъектом, представляющим влияние всего мира и региона. По его словам, с 50-летней историей АСЕАН играет все более важную роль в мире как в политическом, так и в экономическом отношении. Планом предусмотрено, что 6 августа проходят и конференции АСЕАН+1 между министрами иностранных дел АСЕАН и их коллегами из Австралии, Китая, Японии, Индии, США, России и Европейского Союза, а также другие сопутствующие встречи. Утром 6 августа в рамках 50-й конференции министров иностранных дел АСЕАН и сопутствующей конференции, которая проходит в Маниле, вице-премьер-министр иностранных дел Вьетнама Фан Бин Мэй принял участие в беседе на тему «Инициатива по передаче женщинам права на более активное участие в социально-экономической жизни в странах Азиатско-Тихоокеанского региона». Беседа прошла под председательством министра иностранных дел Австралии Джули Бишопа. Вышеуказанная инициатива является программой по оказанию финансовой помощи стоимостью 46 миллионов австралийских долларов, которые реализует австралийское правительство в направлении передачи женщин права на более активное участие в социально-экономической жизни в странах Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выступая на беседу, госпожа Джули Бишоп высказала впечатляющие успехи достигнутые вьетнамским правительством в проведении комплексного развития и передаче прав женщинам, считая опыт Вьетнама в этой области полезным справочным фактом для Австралии в организации совместительства в регионе. Со своей стороны, вице-премьер-министр иностранных дел Вьетнама Фан Бин Мэй оценил ведущую роль австралийского правительства в продвижении направления помощи и передаче прав женщинам в регионе. Вьетнамское правительство придает важное значение этому вопросу и предпринимает разные конкретные меры в этом направлении, оказывая содействие участию и повышению роли женщин в малых и средних предприятиях, что способствует устойчивому развитию малых и средних предприятий и общему развитию и процветанию государства.
5 августа во второй половине дня министра природных ресурсов и экологии Вьетнама Чен Хон Ха во главе рабочей группы министерства совершил поездку для изучения ситуации со стихийными убийствами в провинции Янбай и оказания помощи жителям района, пострадавших от наводнений. На рабочей встрече с руководителями провинции Янбай министр Чен Хон Ха Патрио от Института по вопросам гидрометеорологии и изменения климата изучить и определить причины, а также предложить комплексные меры по профилактике и избежанию возможных наводнений, продолжать следить за ситуацией с дождями и наводнениями для своевременного информирования Центрального комитета по профилактике и борьбе со стихийными убийствами, Народного комитета провинции Янбай и местных органов о ходе дождей и наводнений. Министерство природных ресурсов и экологии обратилось к семьям, пострадавшим от наводнения в уезде Муканшай с соболезнованиями, и передала провинции Янбай 800 миллионов долларов, выделенных из фонда охраны окружающей среды и пожертвованных работниками министерства. В помощи провинции в ликвидации последствий наводнения. В тот же день рабочая группа Министерства природных ресурсов и экологии во главе с замминистра Ван Линьоком проверила ситуацию со стихийными убийствами в провинции Шунла. 6 августа постоянный вице-премьер Вьетнама Чен Хва был проводящий встречу с руководителями 4-го государственного архивного центра при государственном управлении архивов и хранения документации в городе Далата. На встрече вице-премьер Чен Хва принял решение усилить архивные отрасли в хранении и развитии ценностей зарубежных культур в Шэньчжэнь, выделив объектом совместного документального досмотра. Чен Хва был потребовал от заинтересованных изучить и разработать проект строительства соответствующей материальной базы для эффективного хранения и развития ценностей деревянной площади на Синьгуэн. Вьетнамский руководитель также поручил Министерством внутренних дел, контроля спорта и туризма, иностранных дел, информации и коммуникации разработать план подготовки материалов для открытия выставок в зарубежных странах с целью ознакомления международных друзей с объектами всемирного наследия Вьетнама, признанными ЮНЕСКО. 5 июля в Москве в многофункциональном комплексе «Ханой Москва» в связи с 55-й годовщиной со дня установления дипломатических отношений и 40-й годовщиной со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом. Посольство СРВ и Лаоса в РФ сошлось и провели художественную и спортивную встречу. Выступая на церемонии открытия мероприятия посол Вьетнама в РФ Гуин Тэнг Шон подчеркнул. Продолжение посольства Вьетнама и Лаоса в России сегодняшнего мероприятия мы подчеркивали дружественные отношения между нашими странами. И там и Лаос, где бы мы ни были, на любых форумах всегда стоят плечом к плечу, поддерживали общую позицию и желали сохранения развития двусторонних отношений. Потому что необходима политическая стратегия для решения ядерной программы КНДР. Президент Дональд Трамп высоко оценил Россию и Китай, которые выступают за резолюцию, предложенную Вашингтоном с целью ужесточения санкций в отношении КНДР. Формально своих заявлений 6 июля премьер-министр Японии Синдзо Абе также приветствовал введение новых санкций в отношении КНДР. По его словам, одобренные странами резолюции о ужесточении санкций против КНДР до полного запрета на экспорт из страны ряда минералов показывает стремление международного сообщества оказать давление на Пхеньян на более высоком уровне. Премьер-министр иностранных Китая Ван И подчеркнул необходимость принятия новых санкций в отношении КНДР при противодействии этой стране. Однако данное решение, как отметил он, является последним шагом. По его словам, проблема КНДР все еще сможет решиться путем диалога. В
связи с Ромежевской войной реагируя на принятие Советом Безопасности ООН, новой станции в отношении всей страны, Каэндер Сейчас передает РИА Новости. Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро, чтобы попросить свои финансовые обязательства перед Союзом. США 5 июля издание «Телеграф» со ссылкой на источники до правительства. Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов, около 40 миллиардов евро. Вот так называемую шоту за Брексит. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение, в котором впервые озвучена точная цифра, является единственным способом выхода из сложившихся тупиков и переговоров, пишет издание. Вместе с тем, начинается, что Лондон выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится обсудить финансовые урегулирования как часть договора о будущих отношениях, включая торговые отношения. Как передает РИА Новости, церемония памяти жертвы атомной бомбардировки прошла в воскресенье в японском городе Хиросима. Ровно 72 года назад американский бомбардировщик Б-29 Энола Гей сбросил на город атомную бомбу «Малыш». В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек. В Нагасаки 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. Поминальные церемонии начались в парке мэра в 8.15 по местному времени, ровно в 8.15, время, когда на 8600 метров на Хиросиме взорвалась атомная бомба. Памятные мероприятия по случаю в Хиросиме, которые отмечаются международным торговым космическим днем борьбы за запрещение ядерного оружия, были участники мероприятия японским городом мэра города Хиросима Сёдзини Мацуи. Представители японских властей и дипломаты из 80 иностранных государств. Выступание церемонии премьер-министра Японии Синдзо Абе отметил, что Япония намерена играть ведущую роль при содействии как ядерными державами, так и с государствами, которые не обладают ядерным вооружением, в реализации стремления к безъядерному миру. Любое нарушение ядерного скопления встретит такие воздействия со стороны Ирана, однако Иран не будет нарушать его первым. Как передают РИА Новости, об этом после президента. Так и заявил президент страны Хасан Роухани. В субботу произнесением клятвенной речи решилась церемония инаугурации президента Ирана, избранного на второй срок по итогам выборов текущего года. Ранее четвертый верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменей утвердил Роухани в должности президента. Мир должен знать, что любое нарушение обязательства по этому международному соглашению встретит дружный ответ народа и правительства Ирана, заявил Роухани, отметив, что страна не станет первой нарушать ядерные соглашения, которые он назвал одним из достижений своего правительства в прошедший срок полномочий. Иран не будет молча смотреть на нарушение ядерной сделки со стороны других, в том числе США, которые своими санкциями и угрозами доказали миру, что Вашингтону не стоит доверять, отметил Роухани на церемонии. В эфире страница культуры и спорта. По случаю 50-летия со дня образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН, 1 августа вьетнамская провинция Винфу организовала День культуры АСЕАН, в рамках которого прошли такие мероприятия, как культурный обмен между странами и членами организации, выставка АСЕАН «Мир и развитие». Зампредседателя Народного комитета провинции Винфу Хо Вьет Ван отметил. День культуры АСЕАН дал нам возможность
сейчас больше узнать о культуре стран, членов организации. Кроме того, это событие способствовало расширению союза между провинцией Минск и другими странами в Юго-Восточной Азии, а также строительство мирного и процветающего сообщества АСЕАН. Каково ассоциировано по 11 августа проходит эта выставка стран АСЕАН и их жителей? Проводимые капитализации, согласно стране, отличаются стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. На выставке представлены 10 опыт работы фотографов из 10 стран АСЕАН. А другие 10 работ представляют 10 стран АСЕАН, позже организуются скупки фото АСЕАН 2017. Представителем Вьетнама на выставке является фотограф Ву Кин Хуа с произведением «Долина Пак Шон». В этнографическом музее Вьетнама в Хамане проходит выставка на тему «Бесценные наследия». В ней представлены 35 портреты представителей малых народов с Вьетнама, автором которых является одним из лучших портретистов мира, французского фотографа Рехан. Данное произведение представляет собой результаты 6-летней экспедиции, в ходе которой Рехан посетил селение «Шарка Бутни» на слушательство Вьетнама. 8 августа в Вьетнамском драматическом театре, Молодежном театре, Ханойском драматическом театре, Армейском драматическом театре будут представлены 11 спектаклей на тему «Бессмертные жизни», высоко оцененные специалистами. Многие из них были показаны за рубежом. Банк Минский спорт 6 августа управление культуры и спорта города Хошимин организовало 6 сборных Вьетнама участники 29-х игр Юго-Восточной Азии. В общественной правилах участвовало около 5000 человек. 29-е игры Юго-Восточной Азии проводятся с 19 по 30 августа в Малайзии. С участием спортсменов из 11 стран региона. Они будут соревноваться в 38 видах спорта. Сборная Вьетнама стремится занять 3-е место в общекомандном зачете. Замдиректор управления культуры и спорта города Хо Чи Минь Май Ба Хун ответил. Состоявшие 29 игры Юго-Восточной Азии привлекают огромное внимание жителей страны. Поэтому мы решили организовать шествие за поддержку нашей команды. 30 июля, в 9-й день соревнований Кумежной игры 2017 года, которые проходят в польском Ярославле, в финальном раунде боксерского поединка, венгерская спортсменка Бойин Линз одержала победу на своей тайской сопернице Осун Утасаре, завоевала золотой медаль. Это первая золотая медаль вьетнамской сборной на Кумежной игры 2017 года. Кумежные игры – это международные соревнования по видам спорта, не входящие в программу Олимпийских игр. Они проводятся с 1961 года с периодичностью раз в 4 года. 2 августа в неделю Индия прошла вторая конференция Всемирной Федерации по Вьетнам на период 2017-2022 года с участием представителей 30 стран и территорий. Майк Хо Чин был преизбран на пост председателя Всемирной Федерации по Вьетнам на период 2017-2022 годов. Участники конференции выразили пожелание дальнейшего распространения этого вида спорта во всем мире. Затура рубрики «Потрата за отработанность». Недавно вьетнамские хоровые коллективы под руководством дирижера Дан Цио Ань завоевали в том золотых наград на различных конкурсах в международном хоровом фестивале Хой Ан 18 в Вьетнаме, международном хоровом конкурсе и фестивале имени Йо Ганнеса Брамса в Германии, что ознаменовало тем самым новую веху при развитии детского хорового кино, в частности, и хорового искусства в Вьетнаме в целом. Репортаж Константин Пи Тухуа о дирижере Тан Цзоу Ань и ее вкладе в развитие хорового искусства в Вьетнаме.
хоровой пение представляет собой довольно сложный музыкальный жанр, особенно для детей. Однако преподаватель дирижерского факультета Вьетнамской национальной консерватории Дан Чао Ань не остановила свой взгляд только на одаренных школьниках, а решила обучить и этому искусству младших по возрасту детей. Она открыла музыкальный центр Soul Art. И тогда же появился хор Soul Art. С 2011 года учащиеся этого центра под руководством директора Дан Чао Ань неоднократно завоевывали множество первых мест в номинации «Народный хор» на различных международных хоровых конкурсах. Проекте становления и развития музыкально-педагогического факультета Вьетнамской национальной консерватории. Она постоянно поддерживает связи и сотрудничает с знаменитыми европейскими специалистами в изучении отмене опытов музыкальной педагогики. За свой вышеупомянутый большой успех, а также благодаря своему авторитету, Дан Чао Ань была избрана членом Международного общества музыкального образования и стала единственным вьетнамским членом жюри Международного хорового фестиваля «Арганитона», Международным хоровым конкурсом и фестивалями «Интеркауч». Кстати, с помощью Дан Чао Ань и ее знакомых зарубежных друзей в древнем городе Хуян, вьетнамской провинции Гуанцзян, прекрасно проходил международный хоровой фестиваль «Интеркауч». Дан Чао Ань отметила. Мы поддерживаем связи с различными мировыми хорами, и таким образом британские артисты могут набраться опыта и познать мировое искусство. Кроме активного участия в работе жюри международных хоровых соревнований фестиваля «Интеркауч», постановки хоровых представлений, которыми вьетнамские хоровые коллективы участвуют в международных хоровых конкурсах и фестивалях, Дан Чао Ань с большим успехом обучает детей хоровому пению. Дан Чао Ань отвечает. Восприятие, личность и чувство прекрасного. С помощью хорового пения я учу детей совместной работе, взаимопониманию и сотрудничеству. Будучи художественным директором музыкального центра Soul Art и сети вьетнамских начальных школ Vin School, Дан Чао Ань вместе со своими коллегами организует занятия по хоровому искусству в учебных заведениях Vin School. Я буду продолжать оказывать помощь сети национальных школ Vin School, а также другим учебным заведениям в подготовке учителей хорового пения. Кстати, я также оказываю содействие коллегам из других музыкальных центров в этой сфере. Дан Чао Ань с большим увлечением вносит вклад в развитие хорового искусства во Вьетнаме. Через выступления в этом вокальном жанре она популяризирует культуру и искусство вьетнамского народа за рубежом. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.